представляем вашему вниманию стабилизатор напряжения от компании Gresso модели AVR-T1200VA, максимальная мощность которого составляет 720 Вт, а диапазон входного напряжения составляет от 170 до 260 Вольт переменного тока. В данном стабилизаторе напряжения имеется одна защита от перегрузки, а также одна защита от скачков напряжения. На лицевой панели присутствуют LED-индикаторы – зеленый, желтый и красный, которые показывают питание от сети, стабилизацию напряжения, перенапряжение, перегрузку, задержка выходного напряжения. В данной модели присутствует режим задержки выходного напряжения, которое составляет от 3 секунд до 1 минуты. На задней части расположились выходные розетки, количество которых 3 штуки, а также предохранитель, который в случае надобности можно заменить. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.